Здравствуйте, дорогие гости! Мы будем начинать наше праздничное богослужение, посвященное Рождеству Христову. Сегодня прекрасный день и прекрасный повод, чтобы снова вспомнить, что Иисус родился в этот мир для того, чтобы каждый был счастлив, чтобы у каждого сердца был мир, чтобы каждый был наполнен Его Божьей любовью. И поэтому я предлагаю вам встать и поддержать нас вместе в хвале и поклонении. Опять снегом белым зима вокруг все одела, опять на сердце так светло, в окно стучится Рождество. Оно звездой засияет, надежду миру подарит, сердцам напомнит вновь, что на землю пришла любовь. А на зимы растопит лед, свет среди темных ты зашел, согреет душу жизнь, подарит тем, кто верит. Пришло Рождество, вся земля поет, о Христе поет. Пришло Рождество, мы откроем дверь для Него теперь. Пришло Рождество, на землю пришло Рождество. Смех и радость повсюду, и так легко верить чудо. Чудо рядом, чудо здесь. Иисус Христос пришел с небес, чтоб дать спасение всем людям. Давай Его славить будем. Так Бог людей всех полюбил и миру Сына подарил, чтоб каждый, кто в Него поверил, жил вовеки. Пришло Рождество, вся земля поет, о Христе поет. Пришло Рождество, мы откроем дверь для Него теперь. Пришло Рождество, на землю пришло, пришло Рождество. Земля поет, а Христе поет. Пришло Рождество, мы откроем дверь для Него теперь. Пришло Рождество, на землю пришло Рождество. Который принес спасение, Иисус Христос. Спасибо за чудесный день, благословенный на века. В тихий город Вифлеем твоя любовь пришла. Спасибо за чудесный день, благословенный на века. В тихий город Вифлеем твоя любовь пришла.
слава Богу на земле, всем живущим людям благословение. Слава Вышний Бог, слава Богу на земле, всем живущим людям благословение. Нам Эммануил, когда среди ночной тиши вновь родился царь небес и смех моей души. Родился нам Эммануил, когда среди ночной тиши вновь родился царь небес в песнях моей души. Слава Вышний Бог, слава Богу на земле, всем живущим людям благословение. Слава Вышний Бог, слава Богу на земле, всем живущим людям благословение. Слава Вышний Богу, слава Богу на земле, всем живущим людям благословение. Слава Вышний Богу, слава Богу на земле, всем живущим людям благословение. Всем живущим людям благословение. Слава Вышний Богу, слава Богу на земле, всем живущим людям благословение. Слава Вышний Богу, слава Богу на земле, всем живущим людям благословение. Слава Вышний Богу, слава Богу на земле, всем живущим людям благословение. Yeah.
только в нем. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо, дети, большое. Присаживайтесь. Рождество. Най-великият празник на християните от цялата планета. Ако нямаше Рождество, нямаше да има прошка и любов. Ако нямаше Рождество, нямаше да разберем, че има възкресение и вечност, че Бог е нашият любящ баща. Рождество е стар празник. На този ден, преди 2000 години, се появил Спасителят Исус Христос. Скъпи приятели, ние ви предлагаме да тръгнем на пътешествие по стъпките на Рождество. В малкия град Назарет, в северен Израел, живяла една девойка на име Мария. Тя обичала Господ и имала чисто сърце. Един ден ангелът Господен слязал при нея и й рекал: «Здравей, благодатна!» Тя много се смутила от думите му. Но ангелът й казал, че тя ще стане майка на Божия Син. Ще се казва Исус и ще царува над праведните хора. Мария покорно се съгласила и казала, че ще послуша Небесния Отец и ще стане майка на Исус. Повторю с трепетом слова.
сердце Вифлеемом пускай будет для тебя, родись во мне. Я не стремлюсь смелой быть, но все, что дать могу, лишь жизнь и сердце посвятить. Я человек, Йосиф. Той е бъдещият съпруг на Мария. Разбирайки, че Мария очаква дете, Йосиф искал да си отиде и да не се жени за нея. Но ангелът Господен му се явил на сън и му казал: Йосифе, сине Давидов, не бой се да вземеш Мария за своя жена, защото заченатото в нея е от Светия Дух. Тя ще роди син, когото ще нарече Исус, защото Той е който ще спаси людите си от греховете им. А в ония дни излязла заповед от император Август да се запише цялата земя. И всички отишли да се запишат, всеки своя град. Мария и Йосиф били от рода на цар Давид, а родният град на Давид бил Витлеем. И така Мария и Йосиф тръгнали към Витлеем. Разстоянието между Назарет и Витлеем е над 200 км. По това време нямало нито влакове, нито коли. И такова пътуване отнемало няколко дни. Когато най-накрая Мария и Йосиф стигнали до Витлеем, нямало къде да отседнат. Много хора били дошли във Витлеем за преброяването. А скоро Мария трябвало да ражда. Единственото място, където успели да се подслонят, бил един обор, където стопаните държали своите животни. И скоро Мария родила Исус.
По онова време около град Витлеем имало пасища. В нощта, когато се родил Исус, някои овчари не спали, пазейки своето стадо. Ангелът Господен им се явил и им казал да не се страхуват. Той имал чудни новини, че във Витлеем се е родил Спасителят Исус Христос. Ангелът им рекал: отидете и се поклонете пред Него. Ще го намерите в яслата. Овчарите послушали ангела, отишли във Витлеем, видяли младенеца Исус и му се поклонили. Както виждате, зараждането на Исус Христос, Спасителя на целия свят, Бог не е избрал дворец, а обор. И зараждането на Исус първо е казал не на богатите, а на обикновените хора, овчари, които първи се поклонили пред Спасителя на човечеството. Ние сме мъдреци от изтока. Всеки ден наблюдаваме звездите. Един ден на небето се появи необикновена звезда. Веднага разбрахме, че нейното появяване отбелязва важно събитие. Веднага решихме, че се е родил велик цар. Веднага решихме, че се е родил велик цар. Звездата се движеше. Ние я следвахме и тя ни доведе тук. Както казали и мъдреците, това означавало, че в света се е появил особен човек, притежавайки такива качества, които ще му позволят да прави велики дела. Тази истинска история, която се случи преди 2000 години и не е безразлична за никого до ден днешен, стопля сърцата на много хора. Защото точно на този ден беше роден царят на царете, Спасителят на света. Това беше и е Исус Христос. Честит празник! Честито Рождество Христово, приятели! Спасибо, Бог, за лунный свет, за дивный мир других планет, за каждый миг, который проживу я. За радость, грусть, за свет и тень, за самый лучший в жизни день, за каждый новый вздох мой аллилуйя, 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 аллилуйя. Спасибо, Бог, что ты со мной, за каждый новый день земной, за все, что в этом мире так люблю я. За шум листвы, за дождь и снег, минут неумолимый бег, за свет в моем окошке.
ведь ты теперь живешь во мне, и благодатью лишь твоей дышу я. Ты спас меня и оправдал, надеждой ты моей стал. Я поднимаю руки, аллилуйя, 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 аллилуйя. Ничего, что я сегодня цитирую Писание. Ну, все-таки мы в церкви, правда? Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих говорит. «И Слово стало плотью, и обитало среди нас полная благодать и истины». 18 стих говорит. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий, точно вещь, то есть вечно существующий в недре Отчим, Он явил». Кто явил? Иисус Христос явил. И вот здесь я еще раз объясняю вот эту догматику, которая говорит о том, что в определенный момент предвечный Бог, который не имеет ни начала, ни конца, через свое Слово Божие, которое не имеет ни начала, ни конца, через силу Святого Духа, который не имеет ни начала, ни конца, решил, что в определенный момент Слово станет плотью. Вот это Божье Слово, оно уникально, оно универсально, потому что Бог посредством Слова все веки сотворил, написано. Если вы помните, как начинается вообще Священное Писание, книги Бытие, да, 1 глава, 1 стих, там написано: «Вначале Бог сотворил небо и землю, и Дух Божий носился над водой, и сказал Бог», помните, да? «Да будет свет, и стал свет, и сказал Бог, и Бог посредством Слова Своего», написано, 32-й псалме прочитаете, 9 стих, «Бог повелел, и сделалось». «Бог повелел, и сделалось». «Сказал, и исполнилось». И вот это, знаете, вот это универсальное Слово Божие. Единократно. Почему Иисус Христос назван единородным? Потому что Он единственно рожденный подобным образом. Если Адам был сотворен из праха, и написано, первый Адам, человек какой? Перстный. То есть из персти, из праха, из земли. Последний Адам, кто? Господь с неба. То есть этот младенец, который по пророку Исаии, Бог чудес, да, Отец вечности, Он пришел на эту землю для того, чтобы обеспечить нам доступ в вечность, подарить нам спасение, подарить нам вечное счастье, совершенную радость, которую нас уже никто не сможет отнять, как обещает Иисус Христос. И знаете, как-то один раз я пришел в церковь, ну, это у нас уже... С 91-го года мы верующие, это уже, ну, может быть, где-то на третье или четвертое Рождество я прихожу в церковь, и у всех радости, все поздравляют друг друга, говорят: «С Рождеством Христовым!» И мы отвечаем: «С Рождеством Христовым!» И когда я вернулся домой, мне вдруг пришло осознание, что мы делаем, да? Ну, в принципе, правильно, мы поздравляем друг друга, но это все равно, что прийти на день рождения Иисуса Христа, который есть Божье Слово, которого нет ни начала, ни конца, ну, с которого все началось и которым все закончится, потому что Он есть Слово всемогущего Бога. Мы поздравляем Его, но Иисус мне открыл. Это все равно, что, представь, к тебе приходят на день рождения и говорят: «С днем рождения, Гены!» А, и отвечают: «Да, с днем рождения, Геннадию. Геннадию день рождения сегодня вообще, ну, он такой классный, да, вот у него, ну, дай Бог ему здоровья». Мы поздравляем, а я стою, и тебя как будто бы не замечают. И мне вдруг, знаете, вот просто так захотелось повернуться к Богу, да, к Иисусу Христу, сказать: «Иисус, с днем рождения тебя!» И вы знаете, вот в этот же момент я сел и написал какие-то определенные слова, и вот родилась вот эта песня, которую я хочу сегодня вместе с вами исполнить, потому что там припев очень простой,
там мы просто все вместе будем поздравлять Иисуса Христа лично, лично, потому что Он сейчас здесь. Аминь или не аминь? Потому что Иисус обещает, там, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я буду посреди вас. И все, что не попросите у Отца Небесного во имя Мое, потому что Он единородный, Сын Божий, все да будет вам, если будете просить по воле Иисуса Христа. Поэтому припев мы поем вместе. Присоединяйтесь, не стесняйтесь. У меня тоже голос немножко надорванный. Я немножко подсадил себе голосовые связки. Но Богу не важно, как бы качество даже исполнения. Важно наши сердца, искренность. Аминь, да, и смысл, чтобы мы поняли о том, что Иисус здесь, и мы хотим Его сегодня лично поздравить. Святой ангел предстал пастухам и воскликнул великая рада. В Вифлееме родился вам ваш Спаситель Иисус, всем во благо. С днем, давайте вместе, рождения, с днем рождения, с днем рождения, Иисус, с днем рождения, с днем рождения, с днем рождения, с днем рождения, Иисус, с днем рождения. Долго шли на восток мудрецы, Вифлеем дар неся королевский. Из яслей благовести лучи здесь родился нам царь иудейский. Давайте вместе с днем рождения, с днем рождения, с днем рождения, Иисус, с днем рождения, с днем рождения, с днем рождения, с днем рождения, Иисус, с днем рождения. Сейчас послушайте, ты искал в этом мире любви, но любовью лишь Бог я мылся. Ты в себя поскорей загляни, в твоем сердце Иисус родился. Давайте вместе с днем рождения, с днем рождения, с днем рождения, Иисус, с днем рождения, с днем рождения, с днем рождения, с днем рождения, Иисус, с днем рождения. Поздравь его лично еще раз. С днем рождения, больше радости, друзья. С днем рождения, с днем рождения, Иисус, с днем рождения. С днем рождения, с днем рождения, с днем рождения, Иисус, с днем рождения. Аллилуйя! С днем рождения тебя, Иисус Христос, и слава нашему Господу!